Известная украинская актриса и первая холостячка страны Ксения Мишина в своем новом посте в Инстаграм поразмышляла об одиночестве. На такие слова ее очевидно натолкнуло расставание с экс-возлюбленным и победителем шоу «Холостячка» Александром Эллертом. Когда-то давно я тоже боялась этого момента – одиночества. Одна. Но чем больше в моей жизни становилось людей, которые давали мне искреннюю любовь, не обязательно ко мне, к природе, Богу, другим, тем легче становится пережить эти моменты, написала звезда в Инстаграм. Мишина заверила, что она не чувствует страха, придя домой, а все ее пугали холодом стен. Значит, эта прекрасная, мягкая, огромная кровать только для меня. Неплохо. Тишина. Жадно слушаю ее. Эй, одиночество, а ты не такой монстр, каким я раньше тебя представляла. Каким навязывает тебя общество, добавила звезда сериала «Крепостная». По ее убеждению, одиночество страшно только тому, кто настолько предал себя, что уверен, что никто больше никогда не захочет присесть рядом и разделить еду. Также Ксения написала, что в одиночестве рождается творчество, в нем люди рождаются и умирают. Интересно, что в комментарии к экс-возлюбленной пришел Эллерт и ответил одному из пользователей на утверждение, что одиночество – это выбор человека. «Не всегда», – написал Александр и заставил фанатов думать о том, что же стало причиной их смешанное расставание. А с вами была Сплетница. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Впереди вас ждет еще очень много интересных новостей.